Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаем вторую часть обзора одежды, покупок на весну. Также с магазина Галамарт будут покупки. И давайте начнем вот с этого пакета. Это магазин называется у нас «Энергия спорта». В этом магазине представлены все знаменитые марки: Соломон, Пума, Адидас и так далее. В этом магазине мы купили от фирмы Adidas. Это оригинальные кроссовки. Вот в таком виде. Для Сергея. Кто не знает, Сергей — это мой муж. Вот, посмотрите, в таком виде. Очень качественные, классные кроссовки. Также такая же застежка, как была у Влада. Мне нравятся шнурки. Вот именно нравятся такие застежки. Мы покупали такие же наподобие кроссовки 4 года назад, представляете? И до сих пор как новенькие. Ничего с ними не случилось. До сих пор носят. Очень хорошего качества, хватает надолго. И поэтому цена их была, сейчас вам скажу, 9990 рублей. Без 10 рублей 10 тысяч. Зато их хватает надолго. Отличаются качеством. И они довольно-таки легкие, не тяжелые. Вы сейчас будете говорить, почему такие дорогие кроссовки, как можно было их купить. Просто у нас Сергей любит очень фирму Adidas. Покупаем мы именно в оригинальных магазинах кроссовки, куртки, костюмы и так далее. Потому что Сергею очень нравится эта марка, во-первых. Во-вторых, носится эта одежда, обувь очень долго, хватает надолго. И поэтому покупаем именно в магазине Adidas. Больше никакую другую марку он не любит, только именно Adidas. Поэтому купили кроссовки за такую цену, чтобы вы не писали в комментариях, что очень дорого. Хватает надолго. Качество зависит от цены. Такие кроссовки мы купили в этом магазине «Энергии спорта». Давайте будем смотреть, что я купила в магазине Галамарт. И первое, что я вам покажу. В Галамарте мы купили вот такую подушку. Пух 30%, перо 70% и размер 70×70. Она довольно-таки тяжелая. Пух и перо являются классическим проверенным временем наполнителем для подушек. В них воздух свободно рециркулирует, обеспечивая хорошую гигроскопичность. Благодаря уникальной структуре пухо-перовой наполнитель в подушках отлично согреет вас и обеспечит оптимальный температурный режим. Подушки из пуха подарят вам ощущение комфорта и легкости. Вот такая подушка. В голубом цвете с розочками. Это мы купили для Сергея подушку новую. Решили заменить. Далее, что мы купили? Это обруч хула-хуп, магнитный, массажный называется, Сила Про. Это серия, там представлены также многие другие товары для спорта из этой серии. Вес 1,3 кг, диаметр 95 обруча. Удобная сборка, то есть он разборный, вот с такими как крепления, массажными роликами. Вот, компактный сборный. Я его, конечно же, собрала. Сейчас вам покажу. И также я им уже пользовалась. То есть крутила я уже 3 дня его. Он очень хорошо массирует область живота. Даже оставляет синяки. У меня весь живот в синяках, представляете? Вот. Также он довольно-таки тяжелый, что тоже очень хорошо. Также из этой серии был представлен тоже обруч, только он был подороже, чем этот. Специальными роликами также был представлен еще один обруч. Но я взяла вот такой классический. Тоже подойдет такой обруч. И, кстати говоря, он был недорогой. Сейчас вам в конце покажу, сколько он стоил. Такой обруч купила для себя. Буду крутить. Следующее, что мне попадается, это тарелочки детские. Посмотрите, какие классные тарелочки с тачками. Также были герои разнообразные, миньоны, вспыш был и так далее. Голубую себе выбрал Даня, синюю Кирилл.
Также они предназначены, тоже здесь значок стоит, для пищевых продуктов. Тоже все нормально, 3+ написано. Вот такие тарелочки. Они пластиковые. Следующее, что мы купили, это конструкторы. Вот такой серии мы взяли. Военная техника Игроленд. 6+. Любим собирать конструктор. Вот купила для детей. 104 детали и 92. Будем сегодня собирать. Последняя покупка – это стереонаушники. Они также с микрофоном. Это стереонаушники с микрофоном, регулятор громкости, микрофон, совместимы с Apple и Android. Простые наушники в красном цвете, компактные, маленькие. Вот. Очень даже удобные. Они так раскладываются. Нормальные наушники. И, кстати говоря, были недорогие. Теперь давайте вам скажу, какие цены. Наушники стоили 199 рублей. Конструктор один, они одинаковые. Один конструктор стоил 189 рублей. За два 378. Так, следующая подушка стоила 399. Без рубля 400. Тарелочка одна 69. И также обруч 339. Вот такие цены были в магазине Галамарт. Мне кажется, это очень выгодный магазин. И цены недорогие. И также нам сегодня в Галамарте дали подарок при предъявлении такого купона. Только сегодня подарок за покупку. Вот такой фонарик. То есть за покупку на любую сумму дают в Галамарте подарки. Вчера нам рассказывали, что давали духи тоже в подарок. Сегодня брелки вот такие. Очень здорово. Так что успевайте, пока есть наличие. Купоны раздают прямо перед магазином такие. Нам дали 2 купона. Один мы уже использовали. При покупке только можно использовать 1 купон. Так что вот нам дали 1 подарок. Вот такой. А этот купон тоже можно использовать. И эта акция не один день, не только сегодня, а, по-моему, неделю нам говорили, что длится эта акция. И мне также дали 2 купончика. Так, этот купон что дает? Сейчас вам скажу. Это 50 рублей с действия купона с 19 марта по 8 апреля. При оплате на сумму до 250 рублей скидка по купону составит 20% от суммы покупки. Следующее, что мы купили, это вот такие штаны для Кирилла только, потому что у Дани есть штаны, мы не стали покупать. У него еще пока нормальные штаны, мы решили купить только Кирилл на этот раз. Вот в таком темно-синем цвете. Стоили 590 рублей, недорого, 30 размер. Они такие теплые. Утепленные. Как раз на весну, на осень подойдут. И это были все покупки на сегодня. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!